Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня, наконец-то, я выбралась в фикс-прайс. Много смотрела на YouTube, россияне уже выкладывали свои видео, походы по магазинам, и в самих магазинах снимали видео, очень интересные там были товары новогодние, и я просто жила в предвкушении. Но у меня знакомая девочка в магазине, и она мне писала в Вайбере, что еще у них новогоднего ничего нет. Но сегодня знаю, что в пятницу завоз, и я решила все-таки посетить этот магазин и посмотреть, а вдруг что-нибудь там да появилось. И получилось очень удачно. Все, что я хотела, я там ушла, нашла, увидела. И сейчас я вам обязательно это покажу. Во-первых, я купила вот такую вот формочку. Формочку-елочку. Елочка с игрушками. Посмотрите, есть игрушечки. Значит, очень красивый получится пирог. Сверху можно будет его украсить взбитыми сливками с сахарной пудрой. И думаю, что будет очень красиво. И купила вторую формочку для кексиков, вот с такими вот елочками. Правда, хотела красненькую вот эту вот формочку, но они так висели, что надо было снять огромное количество вот этих вот зеленых, а красные и голубые были где-то дальше, поэтому уже взяла ту, которая есть. Не хотелось мне как-то снимать. Ну, вешали, наверное, специально так, что раз Новый год, значит, это что-то зеленое, это зеленая елка, зеленые веточки, поэтому, наверное, и повешали эти формочки впереди. Также я купила гирляндочки. Мало у меня гирлянд, у меня разные есть, но вот когда я вижу светящиеся гирляндочки, мне они очень нравятся. Я уже их распаковала и вставила туда батарейки. Кстати, батарейки я тоже купила. Вот такая вот упаковка батареечек здесь. Их тут 10 штук, стоит на наши деньги 2 рубля, значит 1 доллар. Да, не сказала, вот это вот тоже 2 рубля. И вот эта вот формочка тоже 2 рубля. У нас фактически получается 1 к 2. Сейчас немножко доллар стал расти. Вот, но я буду уже так говорить вам как-то, ну, чтобы удобнее было объяснять. Купила вот такую вот гирляндочку. Эта гирляндочка стоила 3 рубля. Вот такие шарики. Там были серебристые, были такие какие-то коричневатые. Но мне понравились вот эти вот синие. 2, 4. Здесь 6 шариков и ниточка не очень большая. Наверное, 1,5 метра. Сейчас мы включим, посмотрим, как они горят. Вот так вот они светятся, очень симпатично. И звенят. Звон такой. Очень приятный хрустальный звон. Также я купила еще одну гирляндочку. И тоже она стоит вот в России 99 рублей. Где-то тут было написано... Где-то было написано, да, есть, 99 рублей, у нас она стоит 3 рубля. Вот такая вот звездочка. И здесь, сейчас мы развернем, посмотрим, что тут еще есть. Звездочка и потом еще несколько лампочек. Даже не знаю, как ее потом повешать на окно. Так, включаем. Работает. Работает здесь. Раз, два, три, четыре, пять. 5 лампочек вот так вот на самой гирлянде. И снизу вот такая вот красота. Думаю, что... Вот сейчас я посмотрела и думаю, что надо мне, наверное, еще одну такую. На окно повешать будет очень симпатично. Не брала сразу все, потому что проверить там невозможно. Да и думаю, как это будет смотреться. Ну, еще не завтра Новый год, так что я еще смогу в фикс-прайс съездить и что-то где-то высмотреть.
Купила я вот такие вот формочки для печенья. Здесь 4 формочки: елочка, снеговик, снежинка и ангелочек. Ангелочек только какой-то странный. Вот у меня когда-то были такие формочки, но они так лежали, лежали. Я не пекла печенье, не вырезала, они там что-то на сырости поржавели. И вот я очень рада, что у меня теперь есть вот такие новогодние штучки для печенец. Хочу попробовать спечь имбирное печенье. Никогда не пекла, но нашла рецепт на YouTube тоже. И вот, ну вот задумалась над этим. Если кто пек печенье имбирное, расскажите. С удовольствием вас послушаю, и, может быть, даже ваш рецепт я использую. Так, что же я тут еще купила? Купила я 2 тарелочки. Может быть, купила побольше, но, к сожалению, те, которые мне понравились, были по одной штучке. Вот такая вот красивая тарелочка. Здесь написано «С Новым годом». Такая вот она голубенькая, со снежиночкой, очень красивая. И вторая вот такая вот красненькая «С Новым годом» с шариками. Тоже мне она очень понравилась. Остальные там тарелки были, зеленая какая-то ветка и на ней шарики. И главное, в основном все только того рисунка. Мне они не понравились, поэтому я забрала по одной штучке, хотя хотела, чтобы у меня как бы было по 2 штучки. Если подруга одна придет, потом другая, так что как раз бы мне 2 и хорошо было бы. Но еще время есть, я посещу. Еще скажу, еще в один фикс прайс, потому что те, которые я хожу, у нас они поближе, которые находятся, у меня их 2. Далеко уже не поеду. Там уже это самое, далеко очень, наверное, целый день надо потерять, чтобы съездить туда. А сюда я обязательно съезжу, может быть, я там и найду такие же тарелочки. Ну и остальное у меня по хозяйству как бы. Купила вот такие вот влажные салфетки, где тут вверх, где тут низ. Вот такие влажные салфетки, здесь 120 штучек, стоят они 2 рубля. И я уже когда-то такие салфетки брала, мне они очень нравятся. Мы теперь тряпками никакими не пользуемся, как появились эти салфетки. Одно время я, конечно, покупала все это, заказывала в Faberlic, но посмотрела, что здесь намного больше и дешевле. Поэтому уже перешли вот на такие вот салфеточки из фикс прайса. И последнее, девочки, последнее я купила кофе. Кофе Жокей. Здесь 95 грамм, стоит это 3 рубля. Я в прошлый раз уже брала это кофе, вам показывала. Я не скажу, что оно самое вкусное. Ну, просто нету сейчас почему-то вот на рынке, где я всегда брала свою любимую Бразилию, ее перестали привозить. То ли потому, что она намного подорожала, ее никто не берет. Вот. Поэтому вот я в фикс-прайс купила вот такое вот кофе. Ну, так, средненькое. Когда мне хочется вкусненького, тогда я кофе варю, конечно. У меня еще кофе есть, то, что мне из Германии соседка привезла. Очень вкусный кофе. Но еще одна целая пачка у меня есть, полкилограммовая. А уже утром, когда мне что-то лень делать, вот встаешь, глаза только открываешь, и хочется что-то тепленькое глотнуть, то я тогда быстренько включаю чайник и пью растворимый кофе с кусочком сыра или с какой-нибудь печенюшкой. Ну вот и все, мои дорогие, вот такие у меня сегодня покупки. Я так довольна, мне так празднично как-то уже на душе, хотя еще конец октября, еще впереди целых 2 месяца. Вот так вот. Это называется «Торопим Новый год». А потом он раз, «Здравствуй, Новый год», он пришел в одну минуту, и все. Вот такие дела. С вами была Галина. Надеюсь, вам было со мной интересно. Пишите, заглядывайте на мой канал, смотрите мои видео, а я буду стараться для вас их снимать и выкладывать. Всем пока!